Всем привет, ребята! Для тех, кто в танке и еще до сих пор не в курсе, еще раз сообщаю, что у группы «Сход снега», которая на несколько лет ушла в подполье, внезапно вышел бомбический сингл. Каждая секунда наступает, каждый танк, каждая минута тысяч затылок, каждый час пара выпитой бутылок. Да, это старая добрая альтернатива, такая вот самобытная, в общем-то, ни на что не похожая, хотя многие с кем-то и с чем-то сравнивают, но послушать ее и понять, действительно ли это так, у вас есть возможность прямо сейчас в нашей официальной группе ВКонтакте. Все данные есть в описании видео, так что слушайте, наслаждайтесь, я уверен, песня вам понравится. Но сейчас не об этом. Я хочу поделиться другой радостной новостью с вами. Дело в том, что закончился второй съемочный этап клипа на эту песню. Всего их будет три. И в этот раз мы снимали в очень таком антуражном, клевом месте в компьютерном клубе Manhattan Project. Да, там действительно какая-то своя уникальная атмосфера, поэтому и кадры и бэкстейджные, да и, конечно же, кадры, которые пойдут в сам видеоклип, получились очень крутые, вот сами можете посмотреть. Мы разыскали бабушку, которая нам подарила старинную работающую, друзья, советскую радиолу, которая как раз и изображает, олицетворяет вот этот некий ретранслятор, о котором поется в песне. В клипе будет сюжетная линия, до конца не хочу все раскрывать, скажу лишь, что вот третья часть будет, ну, естественно, немножечко такая пикантная, не обойдется без небольшого обнажения. Скажите мне спасибо, я за вас переживаю, кажется мне, что вам не хватает хороших женских поп, поэтому будут они вам... Отблагодарите потом. Кстати, насчет благодарности. Теперь у вас есть возможность поддержать мой проект, мой YouTube-канал, мой блог и вообще всю мою творческую деятельность, просто переведя на карту, на обычную сберовскую, любую сумму, начиная от 1 рубля и заканчивая тем, чем не жалко. Вот такие вот новости, друзья. Надеюсь, вам они понравились. У нас все круто, движуха идет. Кстати говоря, фильм «Солдат» тоже не заглох. Если кто-то о нем знает, то сейчас идет стадия монтажа. И следующее видео я запишу про это. В общем, вся информация в описании. Если вам все понравилось, если вы тоже с нами, тоже за творчество и за движуху, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк по колокольчику, бэм-бэм-бэм. Вот и все. Всем рокового настроения!